кроме работы в группе, вы бы могли помочь мне составить какую-то, я не знаю, волшебную фразу, мантру? Я хочу объединиться. Я не думаю, что мантру, но работа над текстом. Когда человек погружен в первоисточники. Как и сейчас мы читали из статьи Шамати, эти статьи, или Тейлим, псалмы Давида, в которых есть огромная внутренняя работа, чистая. Статьи Рабаша по поводу группы, общества. Неважно, все то, что касается первоисточников, ты можешь читать лучше, чем находиться в собственных мыслях. В собственных мыслях ты будешь все время убегать от настоящего. Все эти мантры, все эти частные путеводители, это мало чего стоит. Потому что ты все равно варишься в собственном эгоизме. Ты не впитываешь ни с чего того, что каббалисты выразили со своего уровня, чем ты тоже можешь впечатлиться.